Пляж «Высокий берег» в Анапе, воскресенье, 9 утра. Отличное место и время для старта традиционного марафонского забега «Остров» из центра города до Утриша. Правда, в этом году актуальны особые правила проведения соревнований. Попасть на турнир может далеко не каждый, даже титулованный спортсмен. Главное, чтобы все необходимые условия были соблюдены. В принципе, дистанция до него это небольшая, но потому что мало забегов. Спасибо организаторам, администрации города Анапы, что она позволила пробежать такую замечательную дистанцию 42 километра. Нам губернатор Краснодарского края, в частности, руководство города Анапы разрешило провести это соревнование. Большое им спасибо. Мы соблюдаем масочный режим, готовы эти маски носить день и ночь. Только дайте нам бежать. Анапский старт – прекрасное событие и для самых юных бегунов. Первую медаль маленькой Диане пока помогают завоевывать папа с мамой. Я айронмен, финишер. Вот. Потом мы на южных соревнованиях я бегал 100-километровку из Гуамки в Дагомыс. Кавказ-Тона называлась, сейчас, по-моему, Транс-Кавказ. Вот. На этой гонке я занимал второе место. Хочу, чтобы она привыкала, тоже была спортсменкой, как папа. Бежать будет? Конечно. Мы уже пробежали пару километров до тренировки с утра. А сколько лет-то ребенку? 1 год. И уже бегает? Конечно. Потом поплывем. Забег «Остров» стал отбором для самого интересного легкоатлетического старта сезона в России. Именно в Анапе будут начинаться первые соревнования года. Этот забег будет проводиться для того, чтобы 3 января администрация города Анапы совместно с нами, энтузиастами, создала очень интересный старт, новогодний анапский марафон, который пройдет по песку. Этот забег предваряет старт и является подготовительным этапом к этому соревнованию. Весело, очень хорошо. Понравился забег. Мне вообще нравится все в Анапе. Вы говорите, первый старт. Что дальше у вас? Да, буду развиваться, работать над собой. Какие старты? Ну, сейчас будет в Кубань, в Краснодаре. Плюс будет зимний забег, тоже в Анапе, 3 января. Тоже будет. Посмотрю, побегу точно. Нынешний марафонский забег «Остров» номинально носил статус тренировочного, но приехать на него сочли нужным спортсмены со всей России. Значит, и январский старт должен собрать в Анапе сильнейших бегунов страны. Условия для этого в городе точно есть. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.